Буду готовить самсу. Не нужно. Налила 3 стакана воды. Буду добавила соль, 2 чайные ложки. Перемешиваю. И буду всыпать муку. Через сито пропускаю муку. Размешиваю. И так потихоньку, понемногу добавляю муку и замешиваю тесто. Продолжаю замешивать тесто. Сейчас уже вручную буду вымешивать. Вымешиваю тесто, чтобы было эластично. Тесто оставляю на 10 минут настояться. Покрываю пакетом или пленкой, или доской, крышкой, чем-нибудь, чтобы тесто настоялось. После того, как тесто настоялось, нужно разделить тесто на вот такие вот кусочки. У меня было их 6 штук вышло. Растопить масло ги, топленое масло сливочное. Добавила я сюда оливковое масло и добавила я сюда растопленный жир, курдючный жир, все в равных пропорциях. Нужно, значит, такой шар раскатать, вот такой вот большой пласт. Вот он у меня совсем большой, даже немножко выкатился на эту сторону. Раскатать вот такой вот большой пласт, и его сейчас нужно смазать половину этого круга, смазать, полить оливковым курдючным и маслом в хи, масло, размазать равномерно половину этого пласта. Размазала так вот половина круга этим маслом, смесью масел. Сейчас жиров. И сейчас сложу круг напополам. Так вот я сложила этот пласт пополам. Еще раз поливаю смесью этих жиров. Размазываю. И заверну в трубочку. Начинаю вот с края, с этого края. Буду вот так вот заворачивать. Вот я размазала маслом. Теперь заворачиваю вот так вот рулетиком. Тоненько. Плотненько. Тесто вот так вот я скрутила улиточкой. А сейчас я еще один последний пласт раскатаю, я тоже скручу и положу в морозильник, чтобы тесто остыло, скрепилось немного, а потом буду уже лепить самсушки и эти пирожочки. Когда тесто немножко остыло, разворачиваю эту улиточку, разделяю на примерно такие кусочки и буду сейчас раскатывать пирожочки. Продолжаем. Опять беру кусок, переворачиваю, чтобы вот этими вот закрученными косточками было так. Раскатываю. Мука не нужна, потому что тесто масляное, жирное, и легко раскатывается. Вот они вот слои. Вот слои. Так вот раскатываю. У меня начинка есть. Это куриный фарш с луком, с приправами и солью. А это говяжий с бараньим фаршем смешанный, тоже с приправами и с луком. Буду готовить с куриным фаршем. Раскладываю так фарш и защипываю. Можно вот так вот оставить, готовиться, можно перевернуть. Смазываю противень маслом. И готовые самсушки складываю на противень. Вот так вот положить. Второй способ, как можно закрыть самсу, вот так вот. Накладываем тесто друг на друга. Как платочек сворачиваем, только в виде треугольничка. И вставляем. Смазываю молоком эти пирожочки, самсушки, и посыпаю черным тмином каждый. Ставлю запекаться в духовку, заранее разогретую до 180-200 градусов. Все, вот приготовились, испеклись. Перекладываю в чашку.